Полкилограмма мефедрона нашли у закладчика наркотика в Махачкале. Подозрительный мужчина был замечен сотрудниками полиции в 4 часа утра по проспекту Амитхана Султана. При личном досмотре у мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет. В нем находились 2 пластиковых стакана с порошкообразным веществом, а также 4 зип-пакета, каждый из которых содержал по 100 пакетиков с наркотиками. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что это мефедрон общим весом около 500 грамм. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На сайте доставка, я работаю курьером. Я познакомился на сайте с человеком, который мне сказал, что может заработать деньги. После чего я с ним начал переписываться. И он мне дал адрес, где находятся баклажки лекарства.